Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами узнаем, как будет выглядеть наш мир после ядерной войны людей с искусственным интеллектом в игре под названием Terminator Resistance. Ну а если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а мы начинаем игру на сложности обычно. И вообще, обычно я такие масштабные игры не записываю. Это будет такой пробный, можно сказать, ролик. И посмотрим, что из этого получится. On August 29th, 29 августа 1977 года Skynet, компьютерная система, созданная, чтобы защищать нас, обрела сознание. Человечество казалось ему угрозой, и он стал действовать. Судный день, как мы его потом назвали, ознаменовал начало войны с машинами. Атаки Skynet повторялись почти каждый день. В тот день произошло нападение, равных которому не было. О, у меня аж мурашки по коже побежали. Ну же, давай! Где остальные? Где сопротивление? Я не знаю. Оу, это один из них! Т-800? Нет! Так, неужто моя жизнь начнется со смерти? Эй, не хватай меня, пожалуйста, не стреляй в меня, пожалуйста. А, ну да, ты меня просто бросил. Слушай меня, если хочешь жить, ныряй под автобус, живо. Двигай дальше, шустрее. Так, ладно, вроде бы все обошлось и получится как-то удрать. Так, давай. Я выбрался, это рядовой Джейкоб. Да знаю я, кто ты такой. Так, ну, вроде бы обошлось. На другом конце города есть пункт эвакуации, и ты должен добраться туда. Хорошо, я побегу, я понятия не имею, кто ты, но хочется из этого пекла выбраться. Похоже, терминаторы занимаются зачисткой сейчас. Как только выберешься на улицу, сворачивай вправо. Окей. Терминаторы! А теперь направо. Беги! Да, я бегу, воу! Тут реально настоящая, блин, бойня! Устроено. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мужики, разбегайтесь в стороны, бегите, прячьтесь в кусты и куда-нибудь. Сворачивай влево, туда, в здание. Я бегу, мужик. Главное, не прекращай говорить. Ты там как? Не молчи. Я в норме, ты кто? Сейчас это не важно, сейчас тебе надо выбраться отсюда. Так, на F можно использовать оружие, отлично. О, и аптечка. Великолепно, что еще тут есть? Обменный ресурс, прекрасно. И еще что-то, будем собирать вообще все, что тут лежит. Так, мне куда дальше? Наверх нужно подняться, я думаю, нам сюда. У нас нет на это времени, они уже рядом. Они? На подходе воздушный охотник, не дай ему себя заметить. Да, вот он. Кружится в небе. Блин, эти звуки бластеров как будто бы из второй части. Просто офигенно звучат. Так, ну ладно, побежали. Значит так, я кое-что для тебя припрятал. Так, это где? Это тут. Правда, один есть момент. Что-то мне угол обзора не нравится, честно говоря. Можно его как-то поднять до 90? Ой, стой. Как? Да, так стало вроде бы как-то получше. По ощущениям, ладно, побежали. Очки дополнительного зрения. Очки дополнительного зрения позволяют видеть врагов через стены и предметы. Когда очки используются, нельзя применять оружие. Хорошо. Опа. Стоп, перед зданием крутится патруль из Т-800. Они не должны тебя засечь. Окей, главное не выглядывать на улицу. Смотрите, можно посмотреть характеристики. Правда, плазменная винтовка Skynet R97-95. Чистая. Хорошо, я, наверное, буду всю игру на карачках бегать. Там должен быть пистолет, хватай его. Чтобы не попасться... А, я не то, перепутал.
За картиной есть вент-канал, по нему ты выберешься наружу. Окей, а откуда чувак знает вообще все? Как тут расположено? Фонарик бы мне как-то включить? На Т. Отлично. Уже получше. Так, сбегите из Пасадены. Но все как-то затихло, и обычно, когда все затихает, это ни к чему хорошему не приводит. Индикатор обнаружения показывает уровни визуального и звукового обнаружения Skynet. Впереди пауки-разведчики, готовься стрелять. Или просто прошмыгни мимо них. Так, два уничтожены. Блин, сенса еще какая-то большая. Вот, теперь идеально все настроено, и из этих пауков что-то выпало? Да, смотрите-ка, можно собрать какие-то микросхемы. Металлолом. И пули немного. Окей, побежали дальше. Еще один. Фух. Успел среагировать. Но они, наверное, не страшные. Это чисто такие, как бы, разведчики. В отличие от Т-800, которые, ну, предназначены для истребления людей. Хорошо, теперь беги в тот гараж. Эй, что там, ты здесь? Есть что-нибудь полезное? Немного химических элементов, и вроде бы больше ничего нет. Так, ну, добрались. Патрик, подойди сюда. Ну, а... Сейчас это невозможно, малыш. Не хочу я здесь находиться. Знаю, что не хочешь, но здесь нельзя оставаться. О, слава богу, ты из сопротивления. Ну вот видишь, Патрик, он нам поможет. Нет, они нас схватят. Умоляю, помогите, мой младший брат, он совсем меня не слушается. Никуда я не пойду, отстаньте от меня. Пацан, тут вообще-то... Я же сказал, отстаньте. Так, пацан, тут ходят ребята злые и железные, и они ловят таких, как ты. Я смогу вас защитить, ладно, буду добрым. Я знаю, тебе страшно, но оставаться здесь нельзя. Я смогу защитить и тебя, и твою сестру, договорились? Договорились. Спасибо. К слову, я Дженнифер. Говорят, где-то здесь рядом должен быть пункт эвакуации. Ага, знаю. Мои люди его организовали. Мы как раз туда и направлялись. Я покажу дорогу. Так. Где остальные бойцы сопротивления? Без понятия, я сам их ищу. Выходит, ты здесь один. Ну, я тебе скажу, Дженнифер, честно, я убежал, поджав хвост, у меня не было ни оружия, ничего. Мне пришлось просто драпать, и я, в общем-то, живой. Постараюсь вас защитить, конечно, но я не обещаю, у меня всего лишь пистолет. А я-то думал, в посаде небезопасно. Было, пока сюда не... отсюда не выбили всех солдат. Ну куда ты бежишь, сломя голову? Дай хотя бы я пойду вперед на разведку. Нам сюда. У меня и так есть указатель цели. Я знаю, куда бежать. Вроде как. Терминаторы! Пригнулись, пригнулись! А что? Так. Ну, с этими ребятами с пистолетом я точно не справлюсь, почему-то мне кажется. 100% не справлюсь. Знаете, что вот я не понимал в фантастических фильмах, так это иногда роботов. По идее, у такой технологии стопудово должны быть возможности замечать все живое. Особенно если дело происходит в будущем, ушли. То есть они должны все сканировать, все пространство, плюс система наведения должна быть идеальной. Эрин говорит, что атаки участились с приближением рубежа. Это Эрин, она сама-то видела рубеж зачистки? Видела, да она была по ту сторону. А ведь она нас предупреждала, только мы не слушали. Так вот, и они промахиваться не должны. Мы на месте. О, как благородно с твоей стороны наконец-то прийти. А где твой отец? Он не придет. Хреново, передай Райну, что надо валить, сейчас же. Попытался найти какие-нибудь настройки субтитров? Я в курсе, дай подумать, чтобы они, ну, так быстро не исчезали. Дженнифер, слава богу, ты здесь. Вот, и не нашел. Субтитры очень быстро исчезают. Читать вслух не успеваю. Так, Райан, ты кто?
Ага, так вы из сопротивления. Благодарю, что в целости и сохранности доставили сюда Дженнифер и Патрика. Это не с вами я говорил по рации? Нет, вряд ли. Я уже битый час вообще ни с кем не могу связаться. Послушайте, я в курсе, что Колин призывает немедленно уходить, но меня коробит от одной мысли, что мы здесь кого-нибудь оставим. Дженнифер только-только сюда добралась, и вы сами сказали, что говорили с кем-то по рации. Здесь еще могут быть другие люди. Не думаете, что кому-то стоит попробовать их спасти? Вы ведь из сопротивления, решение за вами. Так, ну, я поищу выживших, конечно. Чем больше людей выживет, тем больше мы сможем сопротивляться роботам. Я поищу выживших. Отлично, а мы пока подготовим автобус. Только перед выходом поговорите с Эрин. Возможно, у нее найдется для вас аптечка. А еще вот что, возьмите, это вам пригодится. Опачки, Узиха, это уже совсем другой разговор, дедуля. Это уже совсем другой разговор. Кто такая Эрин? Это ты, Эрин? Дай аптечку. Райан сказал, что у вас может быть аптечка для меня. Серьезно? Ну да, это ведь он теперь распределяет наши припасы. Что ж, бери, если без нее никак. Но по мне так лучше приберечь ее на случай, когда она по-настоящему прижмет. Она тебе и впрямь позарез нужна, или обойдешься пока? Давай, давай, не выдумывай, давай сюда аптечку, давай, нужна. Мне предстоит вылазка, так что аптечка лишней не будет. Лады, но тогда тебе стоит приползти обратно с отстреленной конечностью, иначе это будет пустая трата. Я тебе сейчас отстрелю конечность. Вот и сначала выпендривалась, а потом тебе прострелили колено, бабуль. Вроде старая женщина, а мозгов, ну... Ух. Желает мне оторванной конечности. Это нормально? Адекватно? Не, ну... Поиск призраков? Теперь на это будем время тратить. Герои недоделанные. Так, вы чё все такие грубые здесь? Я вам пытаюсь помочь, а вы еще и выпендриваетесь. Нет, я не понимаю этого. Я ведь правда пытаюсь помочь. Одна желает мне конечности оторванной, второй говорит, что я недоделанный. Ну, спасибо. Вот такая она благодарность. Опа. Опа. А может лучше пистолет использовать? Слушайте, он более точно стреляет, по крайней мере на большие дистанции. Так, сперва пойдем куда? Там кто-то есть? Там кто-то есть. Бронированный паук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он реально бронированный. Вау-вау-вау-вау-вау-вау, страшно-то как, что-то он жесткий. Так, попробую с Узихи его расстрелять. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Фух, как аптечку использовать? А, сзади. Вау. Так, аж. Окей. Урона они наносят, и правда очень много. Еще кто-то есть? Так, попробую использовать сканер, но пока никто... Никого не видно. Так, никого нет. Может еще раз использовать аптечку? Или лучше, я не знаю. А сохраниться нельзя, да? Великолепно. Привет. Больше никого нет внутри. Так, ну обыскивать все по-любому нужно. Есть кто-то тут? Пусто. Так, ну... Зато какие-то обменные ресурсы нашли. Так, фонарик я врублю. Не знаю, будут ли терминаторы реагировать на фонарик в случае чего. Но почему бы не побегать с ним? Как-то я... О, аптечка, давай ее сюда. Как-то я буду себя чувствовать немного увереннее. Тут, похоже, ничего... О, еще. Так, ну что, думаю, можно бежать к следующей точке. Только я заблудился в туалете. Бывает. А какая точка ближе? Ну давай, наверное, сюда сходим. Так, никого нет. Никого нет. Ресурсы? Ну... Тут есть кто-нибудь? Кто здесь? Я пришел за вами. Рядом есть пункт эвакуации. Вы должны добраться туда как можно скорее. Нет, я никуда не пойду. Вы видели, что там снаружи? Там гигантский паук. Он схватит нас. Вы должны его уничтожить. Я с ним уже разобрался. Путь чист.
О, слава богу, спасибо. Так, давай, выходи и... Быстрее, быстрее, быстрее к пункту эвакуации. Передайте Райану, что я скоро вернусь. Надо проверить еще пару мест. Так, тут ничего случайно? Ага, аптечка. И патроны. Ну, вроде больше ничего нет, можно выбираться. Вообще повезло с зоной, по которой мы бегаем. Тут реально серьезных машин нет. То есть какие-то всего лишь робопауки, большие и маленькие. Но именно серьезных терминаторов нет. Так, бежим сюда. Hello, hello, hello. Есть кто живой? Похоже, что нет. Так. Тут никого. Ресурсы забираем. Это мы тоже забираем. Больше я никого не нашел, пора выдвигаться. Но зато ресурсов насобирали. О, чуть не пропустил. Зато ресурсов насобирали, а это большой плюс. Если тут будет обмен и крафт, и что-нибудь в этом духе, будет прямо, скажем, офигительно. Так, что-то мне подсказывает, что на обратном пути нас будет поджидать какой-нибудь сюрприз. Не очень-то веселые. Хотя, отбить атаку Skynet, но это уже... Опа, робопауки. Первый готов. Летающие роботы. Дроны-разведчики. А что это за модель вообще? Как она ее называется? Дрон-разведчик, так и называется. Хорош. Хорош. Кто-то еще. Тихо. Тихо, 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 тихо. Фух, током бьют. Причем довольно не слабо такие. Угу, смотрите, они броней закрываются время от времени. Надо в них стрелять, когда броня открытая. Потому что иначе урон маленький. А, патроны, патроны! О, дали патронов. А, отлично. Фух, но вроде бы всех положили. Дженнифер, вы где там застряли? Жестянки на подходе. Дженнифер! О-о-о-о-о, запрыгиваем! Заскакивайте, двигаем, двигаем! Давайте, пора реально убираться отсюда. Держитесь крепче, мы сваливаем отсюда. Ох, а там, похоже, уже именно серьезные терминаторы подоспели. Потому что так это и должно работать. Сперва дроны-разведчики идентифицируют цель, определяют местоположение, а потом приходит уже тяжелая артиллерия. Итак, рубеж зачистки разделяет живых и мертвых. Рубеж состоит из армии терминаторов, совершенных машин-убийц. Рубеж все время приближается. Зачем? Чтобы полностью истребить человечество. Ну? Марк вот-вот еще течет кровью. Надо сделать остановку и перевязку. Сделаем, раз надо. Думаю, у нас не было возможности познакомиться. Я Райан. Там сидит Эрин, врач нашей группы. Дженнифер, добытчица. А Колин... Сам расспросишь, кто он такой, когда у него будет настроение. Я Джейкоб, рядовой сопротивления, Тихоокеанский корпус. Тихоокеанский? Далеко же ты забрался, и как тебя сюда занесло? Мой дивизион был полностью уничтожен, вот я и пытаюсь выйти отсюда. У меня сообщение для капитана. Выходит, это не слухи, рубеж зачистки приближается? Это был не рубеж зачистки, нечто совсем другое. А что же тогда? Если честно, я сам не уверен. Да твою ж мать! Дальше этот кусок дерьма не поедет. Тогда съезжаем с дороги, притормози там. Ну, днем, по крайней мере, можно заметить приближение роботов. Их видно. У нас небольшая фора по времени, так что всем без паники. Пойду гляну, нет ли сраных жестянок. Эрин, займись Марком, сделай, что там было нужно, а я пока гляну, что с автобусом. Джейкоб, пока мы тут торчим, не проверишь ли, что там внутри и насколько здесь безопасно? Само собой. Дженнифер, ты мне не поможешь? Конечно. Так, ну...
Так, ресурсы для торговли прибавились. Нужно глянуть, что тут. Мне куда идти? Подожди, я бы хотел здесь осмотреться. Здесь куча развалин, и, возможно, в них будет что-то полезное. Ткань, обменный ресурс. В багажнике заглядывать можно. По углам... Опачки. А вот тут стопудово может быть что-то. Не так много, как хотелось бы, ресурсов, но заглянем еще и сюда. Ткань. Опасный незнакомец. Недавно пришел чувак, я его не знаю и никогда раньше не видела. Если это твой приятель, передай, что ему здесь не рады. Скажи, что ему незачем прятать так лицо. Какой-то странный незнакомец. Ладно, давайте выбираться отсюда. И пойдем все-таки обыщем точку, о которой нас просили. Потому что все остальное, хотя не все остальное, я же обыскал. Тут еще. Отмычка. Навык вскрытия слабо развит. Точнее, у меня его вообще нет. Так, навыки. Скрытность, оружие, наука, выживание. Активировать можно? Да, у меня очко есть. Давайте, активируем, попробуем вскрыть. А, все равно слабо развит. А нафига я прокачивал тогда вскрытие замков? Надо было, наверное, оружие тогда прокачать или что-нибудь в этом духе. Ладненько, го в здание. Ага, а вы думали, я не замечу? А я заметил. Так. Ну, конечно, навык слабо развит. Конечно, конечно, конечно. Так, ну, осмотримся. Оружие достать нельзя здесь почему-то. Да нифига, нет на самом деле, аптечка еще. Забираем. Ну, спускаемся вниз тогда. В принципе, выглядит как безопасное место, я бы даже сказал, очень удобное. Я терпела все твои закидоны только ради интересов этой группы. Сегодня тебе поручили одно задание, но ты все равно накосячил. Не собираюсь я ничего это. Ну, конечно, свалить только это и все. Да блин, ребят, что так быстро говорите? Я не успеваю читать иногда. Так, еще обменные ресурсы и еще. И проверьте подвал. Да, вроде бы я все осмотрел. К верстаку еще не подходил. У вас нет отмычек. Саперто. Так. Верстак. На верстаке вы можете использовать собранные ресурсы для сборки множества полезных предметов. Например, аптечек, боеприпасов или взрывчатки. Ну, давай соберем отмычку. Подожди, 6 мне не нужно. Давайте 2 пока. Можно еще патроны собирать, аптечки, боеприпасы и всякое такое. Ясно. Остальное заблокировано. Ну, попробуем открыть. Для вскрытия замка нужно вращать шпильку и пытаться повернуть замок. Замок можно полностью повернуть на 90 градусов. Только в том случае, если найден правильный угол. Ну, как, в общем-то, и в других играх. О, вот это хорошо! Я бы даже сказал, просто отлично! Ух ты, это все для нас? Не, мужик, это для меня. Гы, нашугался? Тебе обязательно вести себя как придурок? А знаешь что? Если вот так подумать, то да, обязательно. Раз уж мы здесь застряли, я решил разведать окрестности и глянуть, не шныряет ли тут чего. Слыхал, ты разыскиваешь сопротивление, а в том месте, куда я направляюсь, был их форпост. Буду не против, если кто-нибудь прикроет мою задницу, пока я буду снаружи. Ну чё скажешь, кореша? Тогда поговори с Райаном, спроси, может, ему что нужно. А я выдвигаюсь, встретимся у моста. Только не заставляй ждать тебя, лады? Ну ладно, в принципе, он предложил помощь, можно сказать. Ну, практически. Попросил помощь, но в тот же момент и предложил. Так что окей. Самодельные бомбы, весьма опасное оружие. Так, инвентарь, что у нас есть? А как, подожди, на Q, наверное? А, управлять инвентарь... Не могу я же сейчас достать оружие. Короче, наверное, на Q.
выбор оружия. Ну, колесо обычно так и выглядит. Наступательный предмет. Граната, защитный наш. Я думаю, гранату будем бросать на G. Или что-нибудь в этом духе. Ну, как обычно бывает в играх. Так, ну все остальное обыскали. Нормально. Но говорить с Райаном я пока не буду, друзья. Мы оказались с вами в безопасной зоне. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. Счастья вам. Берегите себя. Пока.